Бустер выложил трек, удалил. Почему? А почему Слава удалил? На самом деле прикольный трек. Я не знаю, что так это многие говорили, что он хуйня. Прикольный трек. А, они все-таки, они АП на бит все-таки не купили, да? Да, сэмпл. Выебу, суку, как Дженна Артега, зову приезжать ее только по средам. Я не стану, то печатаю деньги, мне 25, но я все уже сделал. Сейчас все друзья говорят, что я стал уебаном, как будто я сам не заметил. На твои чувства мне так поебать, я токсик. На твое время мне так поебать, я токсик. На твои деньги мне так поебать, я токсик. Я токсик. В детстве я был дрещом, но все говорили, что я тяжелый ребенок. Я мутил так много дерьма, что во дворе меня звали жопа. На физре я всегда был самым первым в классе по пиздоболу. Препод поставил двойку, я на перемене тоже въебал ему двойку. Перевел через дорогу бабулю, хотя и туда нахуй не было надо. Я перепутал свою телку с ее сестрой, случайно отрахал их маму. У меня вопрос, почему люди, которые перезаливают эти клипы, их не сносят на ютубе? Почему вот этому челу за перезалив, например, не снесли трек? Девушку друга залил эту сторис для близких друзей в инстаграме. Во время секса она попросила ударить, я расколотил ей ебать. Да, я настолько токсичен, что мой любимый рэпер — это Токсимирон. Когда выхожу с тусовки, все говорят, что это токсичный отбор. Ты ебалась со мной минуту, теперь ей срочно нужен деток. Она говорит, что беременна, я не поверил, но все же съебался в орел. Извиняюсь за все, что я сказал. Да, охуенный момент, понравился. Это все так грубо, но что поделать, если ты перерас. На твои чувства мне так поебать, я токсик. На твое время мне так поебать, я токсик. На твои деньги мне так поебать, я токсик. Я токсик, я токсик, я токсик. Эй, братва, на проезд не хватает, мелочь есть? Стоит! Прикольно, не, прикольно, я... Сочувствую то, что удалили. Хуёво то, что удалили. Прикольный клип. Итак. Привет! Да я тут один, и мне вообще не нужен никто. Я сам на себе, дача, всё, я твой любимый фрукт прямом.